Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Кривицкая. Я приветствую вас из Одессы. И сегодня я вам расскажу о том, как замечательное портативное устройство D-Rofus помогает мне в организации бизнеса в компании D-Holding. Я с удовольствием применяю этот портативный прибор во время рабочих встреч, во время презентации. И вы знаете, этот маленький прибор помогает, во-первых, очень быстро показать, как работает наше устройство D-Vita и наш замечательный прибор Energy. И приведу вам несколько примеров. На одной из презентаций, ко мне после презентации подошла девочка 28 лет и говорит о том, что она себя очень неважно чувствует, а врачи ничего у нее не находят. Я говорю, давайте мы сейчас быстро посмотрим в течение 3 минут, где же у вас находится причина вашего недомогания. И посмотрите, пожалуйста, на экран. Это ее исследование на устройстве D-Rofus. Всего 3 минуты мы прицепили на пульсовую зону левой руки это устройство. За 3 минуты мы сняли показатели. И я увидела, посмотрите, пожалуйста, это первый замер, что у нее действительно на физическом уровне показатели в пределах нормы. Но на уровне энергетики тройки, двойки и единицы. Особенно кардиосистема. И она говорит о том, что у нее постоянно предобморочное состояние, у нее слабость, головные боли. И я поняла, что ей просто не хватает энергетики. И мы ей дали, всего за 9,5 минут, она использовала устройство Energy. И посмотрите, какой потрясающий результат. Как вы думаете, она приобрела этот прибор? Конечно, она с удовольствием приобрела прибор Energy, потому что она уже после применения почувствовала улучшение самочувствия. И, конечно же, в этом нам помог замечательный прибор D-Rofus установить за буквально за 3 минуты показатели ее здоровья. А в другой случай, когда к нам пришла женщина, которая говорит, что чувствует себя нормально, но по показателям мы тоже увидели у нее, что есть тройки. И мы ей поставили программу усталость спины, потому что у нее действительно болела немного спина. И посмотрите, после применения программы на устройстве D-Vita Rhythm мы запрограммировали при помощи программатора D-Info. И в результате посмотрите, как улучшились показатели. И, конечно же, эта женщина сказала, что за чудо у вас приборы, я их хочу. Но вы знаете, устройство D-Rofus помогает не только в продвижении нашей продукции, но иногда можно установить диагноз, который помогает практически спасти людям жизнь. И об этом расскажет вам наш партнер, который сам на себе пережил ситуация, которая произошла у нас на выставке в октябре прошлого года. Дмитрий Карпенко, приветствуйте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые партнеры. Меня зовут Дмитрий Карпенко. Можно указочку? В октябре 2014 года мы с офисом проводили выставку на Одесском морвокзале. Я встречал гостей, стоял, говорится, на блатном месте у входной двери. И постоянный перепад температуры, открывающиеся, закрывающиеся двери, пришло к тому, что я начал резко себя плохо чувствовать. То есть как бы до этого у меня было все нормально, никаких проблем я себя не чувствовал. И тут наши врачи делают диагностику на профессионале, а мне нету профессионала, чтобы меня проверить, потому что поток людей на выставке. Я сам сажусь за компьютер, включаю D-Rofus и делаю сам себе диагностику. И нахожу, что получается, это произошел гормональный какой-то сбой, и у меня очень резко ухудшилось состояние надпочечников. Я взял программатор прямо на выставке, во время работы выставки, перепрограммировал свой ритм, поставил программы по гипофиз, гипоталамус, надпочечники, поставил вот этот гормональный комплекс. Буквально через 15 минут, вот замеры, реальное время показывает между замерами, у нас 20 минут, и вот насколько изменилось мое состояние. То есть я стал себя нормально чувствовать, я даже сам не поверил, что вот так точно, быстро мы это сделали. И получил такой хороший результат и продолжил работу. Еще 2 дня на выставке отработал без проблем. Спасибо за внимание. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что это замечательное устройство D-Rofus помогает нам
практически поставить диагноз даже в поле, потому что его можно использовать при помощи андроида, планшета. И где бы вы ни находились, вы всегда сможете взять себе КРИН, экспресс-тестирование своего организма. А также это прекрасно позволяет нам в продвижении наших замечательных устройств Девита Ритм и Девита Энерджи. Благодарю за внимание.